Покажите мне водителя танка Т-34. Не могу поверить, что существуют такие умелые солдаты. Так отозвался пленный немец о боевом мастерстве Василия Андреянова. Танкист прошел всю Великую Отечественную. За бои в Молдове был удостоен звания Героя Советского Союза. Его захоронение на городском кладбище Самары десятилетиями оставалось без ухода. Родственников не было. Недавно шефство над этим местом взяли депутаты городской думы. Привели захоронение в порядок, нашли историю героя. А школе номер 65 присвоили его имя. Ребята теперь тоже будут следить за благоустройством. И кладезь поисковой исторической работы. Потому что за каждым человеком это его судьба и судьба нашего государства. Захоронение Василия Андреянова не единственное, над которым взяли шефство депутаты, сотрудники городской администрации и общественники. В преддверии 75-летия Победы был составлен список заброшенных могил участников войны и тружеников тыла. Большинство из них захоронено на городском кладбище. Многие – герои войны. Сейчас могилы благоустраивают, очищают от растительности, восстанавливают памятники и ограды, засыпают гранитной крошкой. Это дань памяти уважения людям, благодаря которым мы сейчас ходим по нашей русской земле с мирным небом над головой. И самое главное, пока память есть, пока мы помним, жив этот человек, его история. Также на средства города здесь сейчас восстанавливают ограждение и строят дорогу. Организаторы акции говорят, она не единоразовая, за захоронениями будут следить постоянно. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.